30 августа Кинешму ждет наплыв гостей и фанатов Басты. Известный музыкант, актер и сценарист Василий Вакуленко даст концерт в городе на Волге в 19:30. Вход свободный. На бесплатный концерт планируют приехать не только ивановцы, но и поклонники музыканта из других городов. Регулярные рейсовые автобусы в направлении Кинешма отправляются с автовокзала каждые 15-20 минут. Обратно гости смогут уехать с Кинешемской автостанции. Автобусы будут ходить регулярно до глубокого вечера.